Торжественную церемонию награждения традиционно посвящают Дню российского предпринимательства. С праздником саровских бизнесменов поздравили представители городской думы, администрации, ядерного центра и торгово-промышленной палаты области. Главный приз конкурса и звание «Предприниматель года» присуждались по итогам голосования саровчан. Я хочу поблагодарить вас за ту работу, которую вы действительно проводите, такую важную, значимую работу в нашем замечательном, довольно-таки непростом для ведения бизнеса городе. Уже не первый год в нашем городе существует ассоциация промышленников и предпринимателей. На сегодняшний день в ее состав входит около 40 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. В ассоциации оказывают юридическую помощь, содействие в оформлении документов и проводят консультации в сфере налогового законодательства. Одно из приоритетных направлений – включение представителей саровского бизнес-сообщества в конкурсные процедуры госкорпорации «Росатом». Предпринимательство, склонность к нему – и умение работать собственным делом – это определенный талант, это большая ответственность, которую вы несете не только за вот именно свое дело, но и за тех людей, с которыми вы работаете и для которых вы являетесь работодателями. Прорыв года, семейный бизнес, женщина-предприниматель, бизнес для детей, стабильность и развитие в сфере пищевой промышленности, промышленность и производство. Претенденты на звание «Предприниматель года» боролись за победу в 9 номинациях, отражающих различные стороны и направления бизнеса. Мы с вами часто встречаемся в разных форматах и спорим, и пытаемся решать ваши проблемы, ваши вопросы. Что-то получается, что-то не очень. Победителей конкурса определяли в два этапа. Тройку финалистов в каждой из 9 номинаций выбирали эксперты. В их состав вошли представители городской думы, администрации, руководители учреждений, активно взаимодействующих с предпринимателями и инициативные горожане. Эксперты абсолютно здесь были независимы. И самую большую роль сыграли наши жители. Потому что самое большое количество голосов было набрано как раз при выходе на улице нашего города, в торговые центры. На торжественной церемонии, посвященной Дню российского предпринимательства, представителей саровского бизнеса наградили благодарственными письмами и грамотами. За высокий профессионализм в строительном деле и за весомый вклад в развитие жилищной инфраструктуры города была отмечена компания «Саровинвест». Дарья Цапарыгина, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.